тем, кто хочет открыть для себя новые возможности, стать лидером или сделать жизнь города лучше. Прямая дорога в статус. Здесь старшеклассники творят, узнают, создают. Впереди у ребят целый учебный год, чтобы придумать и реализовать новые интересные проекты. Статус – это организация, которая существует уже много лет, и я в нее ухожу уже третий год. Мы организовываем различные акции, мероприятия, и мне все это интересно, мне все это нравится. 22 ноября Союзу старшеклассников исполнится 25 лет. За эти годы статус объединил на основе добровольности, равноправия и общности интересов многих городских активистов. Одна из создателей городской общественной организации Светлана Колепанова пожелала молодым людям хранить традиции Союза и быть примером для подрастающих поколений. Вот эти 25 лет пролетело как один миг. И мне даже сложно назвать, у нас есть даже педагоги, которые участвовали в этой организации, активно участвовали. В статусе каждый может выбрать себе занятие по интересам. В этот раз ребятам предложили три площадки – военно-патриотическое воспитание, личностное развитие и школа-лидер. Снежана Тримасова выбрала личностное развитие, где она вместе с другими ребятами обсуждала идеи городских мероприятий. Мы уже придумали некоторые варианты игр для школ и также уже набросали некоторые варианты классных встреч. За основную идею взяли большую игру для старшеклассников. Это был наш первый разработанный проект за сегодня. В финале встречи участники утвердили мероприятие, посвященное 25-летию Союза, тематику занятий в школе «Лидер» и новый состав Координационного совета статуса. В качестве приоритетного направления выбрали военно-патриотическое. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.